плюс 2 не вышло, да? Я посмотрю. Сейчас иди выйду. Кабачек. Там еще чистая есть. Кабачек. Что я запишу, что это мальчик. 3,25. Подожди, 3,25 мальчик и 3,30 девочка. Два пацана всего, да? Да. Сейчас еще не знаю, подожди. Тихо, тихо, Алечка. Сейчас даст тоже, сейчас даст. Никто не забирает, доченька. Никто не забирает. Так это девочка? Да. Да. Да? Да. Леш, ты давай, но мы сейчас запутаемся, кого взвешивать. Вот это. Мокрых взвешивать. Чего? Вот один 3,25, а это 3,30 девочка. А это мальчик же? Мальчик. Это мальчик. Мальчик, и потом девочка. Все. Мы сейчас запишем. Дай. Ой, тихо. Алечка, давай лапки заняли. Давай. Сейчас тебе Оля даст его. Тихо. Моя девочка, потерпи, но мне ж надо, Аля, я ж детки хорошо делаю. Пожалуйста, Алечка, доченька. О, давай. Аля, мама с тобой плачет. Смотри, выплюхивается все с него. Закрой глаза. Не это самое, не ной. Да. Все нормально. Что ты? Хорошо. Закрой глаза. И с него течет прямо. Ага. Если плохо откачаем, будет абсцесс легких, не выживет. Во, выплевывай. Хорошо. Все, отлично. Записал, да? Сейчас запишу. Все, не переживай. А где пакет у нас под мусор? Ну вот, пошло видео. Все. Так, взвешиваем. У нас наша первая козявка весит 495 грамм. Ну, доченька, да. Хорошо. Это Лер. Нормально? Отлично. 495 Отлично. Грамм, да? Ну, подожди. Уйди, бойники. Точно запиши, что это Габи с красной ленточкой. Первая. Сейчас. О, снял. Так, вторая девочка у нас. 620 грамм. Пузо. Глянь, какое. Ну, Ленина там все работает. Когда первые свои роды принимала свои собаки, я думала, боже, как же они могут одновременно дышать мужу, одновременно дышать и сосать. Все время думала, что они задохнутся, что там носы слишком близко к сиське. Ну что же, и на папу так опасно смотришь. Да. Ну, что? Она такой взгляд у нее. Ну вот видишь, протерла этим и все, и он уже сухой. Все, высох. Что я сделала? Объясняю, чем, почему я их протираю. Вот эти вот движения, которые я делаю, я разгоняю кровь. Я стимулирую красножжение маленького щенка. Вот, я его растерла по грудке, по животику полностью, разогнала ему кровь, вытерла, залезла ему в рот, вытерла ему всю слизь, заставила его сделать первый вздох, чтобы у нас легкие полностью раскрылись. Все. Если этого не сделать, ничего страшного, не трогай. Не придавит, аккуратно. Если придавит, ты услышишь. Это такой писк будет. Да? Да. Аля. Прекрати. Сюда пошла. Родился третий щенок, Эрик. 565 грамм. Голубая ленточка. Так. В 2,50 родилась девочка у нас с весом 570 грамм. Передние и задние лапки у нее беленькие. Красавица.
570. Давай. Перерыв между родами. Кормление щенка. Время 0:35. Вот как они маленькие кушают. Борьба за место в жизни. Куча мала. Один пацан спит. Я все куюжится. Боже, ты вот этого моего не придави, божечки. Зайка, ты что? Давай сюда. Доченька, все здесь. Доченька, все здесь, не переживай. Все здесь. Иди посмотри. Все здесь. Все на месте, все твои дети. Все, никто их не тронет. Все, успокойся. Первый день общения со своими детьми. Аля, осторожно, не придави детей. Давай, перекладывай, Леночка. А теперь все спят. Перекладывай. И тех поперекладывай, что они под ногой. Ну а как сиськи, если она, видишь, зажала? Ну ее надо переложить туда и ее подвинуть, лапу. Ребенка еще одного переложи, щенка. Анечка, давай. Давай. У того щенка, вот что залез под грудь. Все. Доставай его. А тот уже, по-моему, присосался. Леша, тут да? Уже все. Это твоя? Да? Да. Это Ленина первая любимица, которая родилась меньше всех. 495 грамм, но она лучше всех кушает у нас. Как ты ее назвала? Габби. Габби.